Ну что ж, всем большой привет, с вами вновь я, Дезертир, и надеюсь, что вас ждет замечательная серия по Mass Effect. Ну, мне хочется в это верить, конечно же. Я не знаю, как она получится, но надеюсь, будет хорошей. Итак, мы улетаем с этой планеты, где только что забрали артефакт, который был похож на получение сообщения с Eden Prime. Commander, you've received a new message at your private terminal. Хорошо, прочитаю. Улучшение, непрочитанные сообщения. Обнаружена деятельность синих светил. Штаб Цербера. Мы внимательно изучили данные по лейтенанту Локу и его встрече с капитаном Ворхесом. У нас есть координаты последнего местонахождения корабля «Стронцевый Мул». Они добавлены в вашу систему навигации. Выяснилось, что Мул перевозил ценный груз, а также результаты довольно деликатных исследований. Выследите стронцевого мула и добудьте груз. Пожалуйста, передайте нам информацию, всем остальным трофеям можете распорядиться свободно. С синими светилами поступайте по собственному усмотрению, штаб Цербера. Кажется, мы еще не пойдем помогать Джейкобу. Нужно разобраться с этим мулом. В принципе, это было предсказуемо. Итак, помочь Джейкобу... Не помочь Джейкобу... Видимо, не помочь. Где же этот мул? Забыл, что, чтобы вылететь из системы, мне нужно пролететь к ретранслятору. Ну, бывает, ребят, со всеми бывает, чтоб прям сразу так унывать. Освободите грузовое судно. Туманность Омега. Видимо, вот оно, собственно, и есть. Потому что там было 100%. Омега. Агасики. Сейчас мы глянем, где у нас нет процентика. А процентика у нас нет вот тут. Стронцы и вымыл. Пожалуйста. Выйти на орбиту. Итак, обнаружен корабль, опознан как «Стронцевый Мул». Корабль лежит в дрейфе. Обшивка повреждена орудийным огнем. Несмотря на признаки жизни на борту, корабль не отвечает на ваш вызов. Определен тип шифрования исходящего сигнала синие светила. Воздушные шлюзы запечатаны, однако проникнуть в корабль можно через аварийный люк в грузовом отсеке. Высаживаемся и смотрим, что у нас там получилось. В различных магазинах галактики. Вообще-то только в одном магазине галактики, по крайней мере, который я заметил. Кстати, надо будет слетать кое-куда. Давно я не был на Омеге, друзья мои, давно я не был на Омеге. Иногда у меня создается такое ощущение, что в игре не хватает каких-то звуков. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да ты шутишь. Какого хрена так метко? Давай, подожди его, морда. Да пожалуйста, лови. Надеюсь, заминусим. Сколько их там осталось-то? Немножко ведь, правильно? Куда? Uh.
Так, ладно. Их осталось в итоге двое. И это хорошо. Вылез, мразь. Последний снарядик от нее. А теперь мы тебя надуем. И заморозим, если понадобится. Замечательно. Игра сохранена, и надеюсь, что есть хотя бы парочка патрончиков, которые я смогу поднять. Один. Еще говорят, один в поле не воин. Видите, оказывается, очень даже. Дакс, корабль остается. Похоже, эти глупцы собираются подняться на борт. Шлюзы запечатаны, так что не теряй времени, пусть команда встретит их в грузовом трюме. Когда закончите, вышибите их через дверь отсека, капитан Ворхес. Эх, капитан, недооцениваете вы меня, недооцениваете. Так. Все шлюзы заблокированы. То есть вот так вот, да? Of course. Got it. Right there. I'll be there. Seems deserted. Wonder if anyone's still here. Думаю, не просто остался, а очень даже много кто. Да, не в очень хорошем месте, конечно. Moving. I got it. Так, ну вроде ребятам там более-менее нормально, значит и я туда вылезу. Мне тоже нормально будет. Ну? Кто там следующий? Следующих нету, да? Отличненько. Включено аварийное блокирование, чтобы отключить его, найдите контрольную консоль. Джакир, видели барахло, которое они достали из трюма? Если его скрыть, мы несколько месяцев сможем жить безбедно. Сержант Буртис отнес контейнер на палубу. А Ворхес пошел выбивать из кода из капитана корабля. Не хотелось бы я быть на месте этого бедняги, Хокинс. Ага, кажется, они не нас имели в виду. Ну да ладно. А я чем, по-твоему, собираюсь заняться? Так. Это с этим. Это с этим. И это с этим. Objective complete. Вот-вот. Так, ну у нас есть, собственно, несколько помещений, которые следовало бы обследовать. И посмотреть, куда из них ведет каждая. Пройдем-ка вначале вот сюда. Это какой-то медотсек, видимо. Ну да, учитывая трупы. Ничего полезного мы здесь пока не узнаем. Проследуем в обратную сторону. Туда, я думаю, нам рановато. Так. SSD был поврежден, отремонтирован с использованием некачественных деталей. Велик риск полного выхода из строя. В любом случае, следовало обследовать здесь все. Так, проверим, что у нас наверху. Ну, как-то так. Хотя чую, что наверх мне пока рановато было. Довольно большой корабль на самом деле. I don't know who the hell you think you are, but step one foot on the bridge
еще новый рейнбэк кинул, чтобы, ну, короче, найти контрольную консоль, как обычно. Ладно, на мостик мне пока рано. Как раз мостик располагается, видимо, сзади корабля, рядом с трюмом, точнее, над ним. Это значит, что мне нужно пройти по прямой. В ту сторону, куда я так и не дошел. Это, видимо, генераторная. Ну, или что-то в этом духе. Не-не-не-не-не-не-не. Передатчик наемников. Курц, осторожней, чувак. Враги еще живы, они тут на корабле. С ними капитан Шепард. Надеюсь, твои люди готовы к бою. Буртис принял козырь в кармане, припрятал у него контейнер, и теперь наверняка собирается делать что-нибудь с Ворхизом, чтобы всю добычу прибрать к рукам. Неудивительно. О, значит, это не про нас. Так, главная консоль машинного отделения. SSD не работает. Просто замечательно. Элементы питания. О, вот это мне пригодится. Теперь-то ты хоть заряжен. 88%. Короче говоря, у меня есть очень мощное оружие, но... оно стреляет один раз. Бежим в обратную сторону. А, ну да, это документы наемников. Опять вы, я же вроде кого-то убивал уже из вас, нет? No так, ну, допустим, тебя мы можем поджечь. Right, а тебя тупо заморозить. Ну... да. Видимо, мы его действительно заморозили. Там закрыто, здесь открыто. Значит, нам сюда. Ну, стоило попробовать, не правда ли? Вы видели это, да? Согласитесь, это прикольно. Два чувака с дробовиками. Ну чего, не просто. Просто их взяли и расстреляли. Все как раз очень просто. Ведь это была столовая, здесь люди когда-то ели. А теперь здесь куча мяса, правда, немножко непригодного. Так, ну понятно. Короче говоря, сюда еще можно вернуться, по идее. Надо не забыть про это место. Как только найдем новую консоль, отключим питание и вернемся назад. Я думаю, что там может быть что-то полезное. А пока что посмотрим, что с этой стороны. А вот и консоль безопасности. Так, сюда-сюда. А, это с этим. Это с этим. Это с этим. Это с этим. Objective complete. Главное не подходить близко к двери. И быстро попробую добежать назад. Ну, вдруг там открыто. Открыто, закрыто, открыто, закрыто, закрыто. Значит, не эта консоль его открывает. Ну или, возможно, нет консоли, которая его открывает. Сохраниться мы уже не можем. Так, в общем, да, игра из-за модов вылетает, так что все хреновенько в этом плане. Ну да ладно, ничего страшного, я думаю, как-нибудь прорвемся. А пока что посмотрим, что у нас вообще вот здесь вот есть еще. Комиксон Рик. Так, ретранслятор не исправен. Ну, хрен с тобой. Сохраняемся на всякий случай. Нельзя сохраниться, да? Ох, как вас там много-то всех. Ой, щит упал. Так, по кому бы зарядить, по кому бы зарядить.
пока на мне, пока все хорошо. Шикарно. Enjoy. На, насладись, да, действительно. Шикарно. Капитана Ворхеса тоже туда же. На, Ворхес, получай. Минус Ворхес. Замечательно. Осталось разобраться с этими ребятами. Догорит, в крайнем случае добью. Замечательно. Да пожалуйста. Так, осталось двое, по идее. Этот и вроде еще один. Загорай! Эмбуш. On the ground now. Бедный док. Ну хорошо, что я не заходил внутрь и разобрался с ними заранее. Enjoy. I am Krogan. Ну добей его. Все? Я надеюсь. Нет, вон там еще куча народа. Так, давайте соберем патрончики. Заодно почитаем. Буртис, надеюсь, твои люди готовы. Я слышу, как наши гости идут сюда. Помощь была бы очень кстати. Капитан оказался крайне неразговорчив, но я нашел его коды доступа в корабельном черном ящике. Контейнер мы сможем открыть, но сначала надо разобраться с гостями. Вот такие вот дела. Так, это последняя запись капитана Джаррета Барнса с корабля «Стронциевый Мул». Если вы читаете эту запись, я и мой экипаж мертвы. 2 недели назад мы откликнулись на сигнал бедствия. Сигнал оказался ловушкой синих светил. Мы смогли уйти, но корабль сильно пострадал. Не приближайтесь к указанным здесь координатам. Если вы найдете в нашем грузовом отсеке контейнер, можете взять его содержимое себе. Коды доступа к контейнеру прилагаются к этой записи. Авторизация кода расшифровки завершена. Отлично. Больше здесь ни черташеньки нету. Нашего толстого друга убили. Чуть-чуть. А вот нефиг, ибо. Ну ладно, раз нашего толстячка убили, я перемещусь немножко поближе. А то отсюда неудобно стрелять, честно говоря. Отлично. Так, ну правда, для него, я думаю, надо подобрать другое оружие. Сейчас он выйдет еще раз, надеюсь. Так, кстати, у меня здесь не применено к нему никакое усиление. Так, ясно. Ой, догорел кто-то у нас. Кто-то умеет загорать на работе. Иди сюда. Я тебя порву на британский флаг. Мадама, вы меня как-то напрягаете. Ах ты ж. Ах ты ж. Хороша девчонка. Нехило так надоедать умеет. Just the thing to help. Ты куда там угрохал уже?
свое замечательное орудие труда. О, замариновали девушку. И вторую туда же. А, ну вот поэтому нас, собственно, сюда и не пускали. Что, в принципе, логично. Давайте перезарядимся. Замечательно. И больше мы никакое вроде оружие не использовали. На всякий случай здесь возьмем восьмерочку. Здесь у нас тоже восьмерочка. Ладно, пойдем как есть. Так. Джакир, пусть твои люди соберутся, нам пора выступать. Как только гости ступят на пост, Ворхис нас вызовет. Отвечать не надо, они разберутся с ними за нас, а мы же получим коды от контейнера. Короче, чем меньше людей с нами будет, тем больше достанется каждому из нас. Да, ребят, вы сделали большую ошибку. Вы просто не подумали о том, что я могу вас убить. Ладно. Больше, кроме вот этого передатчика, здесь... ничего нет. Протокол исследования нет, что-то есть. А, почему он не открывается? Простите. Эй. Эй. Протокол исследований, ты почему не открываешься? Что за... Ну, замечательно. Круто, блин. Теперь я не получу одну плюшку. Просто офигенно. Получены важные данные, идет передача данных Церберу, синие светила побеждены, удалось предотвратить ограбление терпящего бедствия грузового судна Стронцевый Мул. Ценный груз спасен со Стронцевого Мула. Очки опыта, денежки, в общем, закрыть отсчет. Я думаю, что, наверное, на сегодня хватит. Всем спасибо и до свидания. С вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока!